Дорогие киевляне, в мое окно восьмой год видна линия фронта Широкино. Тем не менее, я оторвался от войны в Донбассе, чтобы принять участие в боевых действиях главной мировой войны. Мы делаем акцию, антинаркотическую, патриотическую акцию «Шлях незалежних». И длинным кругом через юг Украины и через западную Украину мы приближаемся потом по северу к Киеву. И будем у вас в Киеве 25-26 июля. 25 июля – это воскресный вечер. Вы побываете многие утром в церквях, а в 6 вечера мы приглашаем вас на акцию, концерт, шоу «Свидетельств славы Божьей» в центре Киева. Мы приглашаем всех христиан, но отдельно мы просим прийти тех, кто пережил освобождение от зависимости в христианских социальных центрах, и поблагодарить своим присутствием, своим свидетельством. Мы хотим провести там специальные интересные вещи, поблагодарить Господа. Помните вопрос Иисуса, где же 9? Я уверен, что если один из 10 тех, кого Бог освободил в Украине, мог бы приехать в центр Киева на такое мероприятие, то Украина была бы шокирована. На следующий день, 26 числа, это будет понедельник, в 10 утра мы под окнами президента Украины с акцией «Шлях незалежних». Это патриотическая украинская акция, мы поздравляем всех с юбилеем независимости приближающимся, это антинаркотическая акция, это акция славы Божьей, мы прославляем нашего Творца, Создателя, Искупителя за те десятки тысяч историй. Это также акция, которая призвана обратить внимание властей на беспредел чиновников и бюрократов, местами и силовиков. Вторжение в реабилитационные центры, которые, увы, стали нормой в последние годы, и мы ожидаем, что беспредел будет остановлен. И мы также поддерживаем законопроекты, которые помогут Украине решать проблему наркозависимости и давать больше шанса людям, которые имеют с этим проблемы. Дорогие христиане Киева, мы ждем вас. Мы едем к вам за тысячи километров по 40-градусной жаре на главную мировую войну. Мы считаем эту акцию важной. Дорогие пастора церквей, епископы, коллеги, буду благодарен, если вы, ваши деноминации, ваши церкви поддержат эту акцию. Если вы живете не в Киеве, приезжайте, пожалуйста. Соберите команду, соберите друзей в машину. Если вы руководитель реабилитационного центра, социального центра, приезжайте со своими людьми, засвидетельствуйте своим присутствием, своим участием в акции, поблагодарите Господа. 26 числа в 3 часа дня, конгресс-холл президент-отеля. Приглашаем всех тех, кому интересна социальная работа, любые деноминации. Если вы занимаетесь социальной работой, мы хотим поговорить о какой-то стратегии взаимодействия в случае, если беспредел чиновников будет увеличиваться или наезды силовиков. То, что уже случалось не раз в Украине, будут иметь место. Мы хотим скоординировать наши действия, выработать какую-то общую стратегию. Христиане, приглашаем вас 25 июля, 6 вечера, Мариинский парк, 26 июля, понедельник, 10 утра, акция под офисом президента, и 3 часа дня, 26 в понедельник, конгресс-холл, президент отеля, встреча всех, кому интересно обсудить координацию наших действий в социальных проектах. Всех поздравляем с юбилеем независимости. Мы приближаемся к Киеву с каждым днем. Навколо Украины шлях незалежних.